сука, жители видеозрителя моего аудиоканала. Сегодня у нас будет новый обзор на мою новую пачку сигарет Fast Premium. Вот же она. Сейчас у нас будет анпакинг. Снимаем целлофановую пленку. Вот эту пленку не снимаем, потому что она защищает пачку сигарет от влаги. Открываем. Лишь бы не сломать. Вот. Тут такая фольга. И вот так вот. И вот так вот обрываем, чтобы удобнее было. Вот. Вот такая вот пачечка удобненькая. Ничего. В карманчик засунул. И высунул. Вот. Почитаем надписи. Если Fast Premium, значит он у нас премиальный. И его курят только мафиози. Например, Дон Свердалоне. Вот. Тут EU директив. Это то есть европейские сигареты. American Blend. Это означает американское качество. А в Америке, Байден, конец тебе. Вот тут написано, только для взрослых. Только для беспошлинной продажи. Мне звонят. Звонок завершен. Ну так вот, продолжаем. Только для беспошлинной продажи, только для взрослых. И только для продажи. Вот. Поэтому вам нужно ее только продавать и курить, если вам нет 18 лет. Вот. Вот тут смокинг, каусис, вот это вот все. Приступаем к дегустации. Вот мы с вами оказались на улице. Это стадион Локомотив. Очень улюбленное место для великих курильщиков, какие как Тимоха Сенцов. Открываем сигарету. Ой, пачку сигарет. Засовываем ее в рот. Совсем забыл. Надо загадать желание. Желание загадано. И теперь только после того, как вы скурите почти всю пачку сигарет, можно курить только перевернутую. Начинаем. У меня есть зажигалка красная. Это обозначает контраст между черным фастом и красным фастом. Вкус не передать словами. Это вкус Америки. Вкус свободы. Вот. И еще, если вы с утра раскумарите эту сигарету, вас ебет не по-детски. То есть, если вы какой-то ребенок там, или такой начинающий курильщик, то лучше вам всего курить какие-нибудь женские там сигареты. Милана. Милана. Спонсор нашего выпуска Милана. Сигареты Милана. Ну и сигареты Fast тоже наш спонсор. На Милана будет позже обзор. Вот. Ну или не будет его. Вот. Также тут на сигарете черный фильтр. И написано вот таким вот шрифтом. Премиум. Понятно? Ну вот и все. На этом у нас заканчивается наш обзор. А я пошел кумарить сигареты.